Добрейшего дня, дамы и господа, вы на канале «Контрольная рыбалка», меня зовут Юля, и если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Друзья, приехала сегодня на реку Березина для того, чтобы порыбачить с ночевкой. Я уверена, что должно быть очень здорово. Невероятные ощущения одолевают, потому что мне очень нравится место, в котором я нахожусь. Мне кажется, оно очень крутое для рыбалки на закидушке. Не знаю, получится что-нибудь поймать или нет, но мы обязательно посмотрим. Для размещения своего лагеря я выбрала вот такую вот полянку хорошенькую. И раскидывать закидушки собираюсь, начиная вот отсюда вниз по течению туда. Тут вот дальше поворот, там очень много интересных коряк, поэтому мы обязательно займем то место. Ну класс, вообще огонь. Сегодня ночью, возможно, даже с утра может начаться дождь, поэтому я приняла решение взять с собой палатку Lotus Stand, которая идет у меня вместе с защитным тентом от дождя. Палатка уже готова полностью к эксплуатации, уже греет теплообменник, сюда можно зайти погреться. Поставлю сюда водичку. О, смотрите, когда-то пропалила чем-то, может, кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, газовой плитой. Что тут по моему телефону написано? Телефон заряжается отличненько. Вот баллончик. Здесь стоит моя печечка. Офигенно тепленько. Килмикс. Раскладушка. Перед вами, ребят, нереальный портативный источник питания. Комплект поставки EcoFlow Delta 1300 входит сетевое зарядное устройство, автомобильное зарядное устройство и кабель-переходник для зарядки от солнечной батареи. Также есть инструкция по эксплуатации, но, насколько я посмотрела, инструкция по эксплуатации не переведена на русский язык. Все максимально интуитивно. Ничего лишнего абсолютно нет. Одна панель, вторая панель, кнопка включения и разъемы для заряда. Ну и, конечно же, чехольчик для переноски и хранения вашего вот этого вот устройства. С одной стороны, на лицевой панели 1, 2, 3, 4, 4 USB входа, 2 TFC, при помощи которых вы можете заряжать свои современные смартфоны, мобильные устройства. Есть целых 4 выхода под розетки и вот такой вот выход под автомобильное АЗУ. Самое интересное, что от этой штуковины можно нереально подзаряжать сразу 13 устройств. Вы это принимаете одновременно. Единственное, что мощность тогда ограничена, там, если я не ошибаюсь, 2000 вольт или сколько там выход всего. Здесь есть два входа. Один вход это для зарядки, для стандартного 220 вольт шнура.
И второй вход, ребят, это отверстие для зарядки от солнечной батареи. Вы понимаете, насколько шагнули технологии вперед? А вот это у нас аварийная кнопка. Штуковина эта немножко нагревается. Она, кстати, вот здесь вот такая довольно теплая. Предусмотрены две вот таких вот ручки. Для того, чтобы исключить его скольжение в месте, где вы устанавливаете, вот такие вот прорезиненные вставки. Температура эксплуатации изделия от минус 25 до 45 градусов. Вот здесь вот эта вот крышка, она тоже прорезинена. Сделана частично из пластика. Очень, кстати, прочного корпуса у него, из прочного пластика сделан. Внутри много металлических, алюминиевых деталей и прочных сплавов. Штука добротная, весит 14 килограмм. И вот, как видите, у меня сейчас заряжается мобильный телефон, и написано 99 зарядов, 99 часов заряда мобильного телефона. Здесь написано 97% это индикатор зарядки самого устройства. Это выход, это вход энергии, если я не ошибаюсь. Это кнопка выключения. Просто долго держите, устройство выключается. Одно вот такое короткое нажатие, устройство включается, сразу включается табло. Ну и отдельно мы включаем зарядку нашу вот эту вот панель с этой стороны. Отдельно также на панель, на вот эту вот, тоже есть кнопочка включения. Я заряжала здесь свой шуруповер, сейчас его дозарядим. Вот, вот такая вот прикольная штука, я просто в шоке, вы понимаете? Это солнечная панель, от которой можно зарядить наш экофлау. У нас сейчас в самом разгаре, поздняя осень, совсем скоро будет зима, но чем ярче солнце, чем больше входной заряд к пауэрбанку, и теоретически летом, вполне возможно, что вы эффективно сможете заряжать эту станцию от вот этой вот штуки. Также примечательно, что в комплекте к нему идет вот такой вот, мне нравится, что очень длинный кабель, поэтому, в принципе, можно достаточно далеко размещать эту солнечную панель от самого пауэрбанка. Вы можете находиться, сидеть там в палатке, заниматься своими делами, работать за ноутбуком, а солнечная панель будет стоять снаружи и заряжать пауэрбанк. Вот такая вот штука складная, которая комплектуется чехлом для переноски. Не ошибаюсь, ее вес составляет 4 килограмма. Плюс и минус. Все. И осуществляется зарядка. 5 таких моих закидушечек будет. Колокольчики. Желтенькие это на мотовило, а вот эти вот зелененькие бубенчики это, естественно, на удилище. Все, это все мои снасти. Здесь у меня, как вы уже, наверное, догадываетесь, сидит кое-кто. О, живчики. И, ребята, сейчас вот я потихонечку заменю те крючки, которые поставила при прошлой ловле на закидушке. Вот эти вот круглые. Заменю на крючки с длинным цевьем. Делаю это быстро довольно. У меня уже навязано 5 крючков. Сначала я выставлю вот эти все свои закидушки. Какую-то часть выставлю на червя. Плюс у меня есть с собой сегодня живец. Поэтому частично поставлю что-то на живца, на карасика. А вдруг кто-нибудь клюнет на карасевич. Вообще цель сегодняшней рыбалки — это проверить эти места на наличие налима. Я не знаю, есть ли налим на этой части реки, ни разу здесь не ловила. Один раз только на спиннинг ходила, исследовала места. Поэтому что можно ожидать от места, я понятия не имею. Thank you.
чистим креветку. И наденем ее на крючок. Я не знаю, правда, как надевается, но мне кажется, как-то вот, наверное, вот так. Давайте даже два раза зацепим. Вот так. Вот так. А вот сюда подсадим червячка. Так. Раз уж я нахожусь на реке, давайте попробуем половить на фидер заброситься. А вдруг будет какая-то рыбка, может какой-то елец или плотвичка. Ставлю вот монтажик патерностер, беру один фидерок. На этой реке достаточно и кормушки, и, мне кажется, 60 грамм на этом месте. В качестве вот ориентира я себе выбрала вот эту коряшку. И смешать я хочу два корма. Это такой вот лещ спортрека. Добавлю сразу на немножко печку. Вот так. И вот такой вот готовый корм. Вот этого, может, половинку добавлю, чтобы чуть-чуть притемнить. Ну, видите, это батарейка разряжена, надо зарядить. Сейчас мы и эту поставим на зарядку, чтобы у нас все было заряжено. Так. Зарядили. Смотри, какую я нашла палочку. Себе подставочку. Это не тебе! Вот мое местечко. Попробую по чуть-чуть посидеть. Нет, так нет. Пофиг. А вдруг? А вдруг что-нибудь может клюнуть? А? Слушайте, хорошая погода. Даже не холодно совсем. Часто перезабрасываться не хочу, потому что очень холодная вода, и уже по той практике, которая у меня была, в это не имеет никакого смысла, этот результат мне никакого не принесет. Единственное, что я буду сидеть, буду наблюдать, ну и плюс в корм свой добавлять немного нарезной кукурузы и старого опарыша, который практически не шевелится. Снова собираюсь готовить казани, поэтому мне нужны хорошие угли. Вот. Сегодня у меня казан меньшего размера, вообще буду показывать, все вам покажу. Будет снова вкуснотища.
вот дрова я положила по кругу, чтобы когда загорится костер, они сразу просыхали, потому что дерево довольно сырое. Вот. И сейчас вот выкладываю как такие вот смолячки и при помощи горелки распалю костер. Кстати, смотрите, пока я тут подготавливалась, у меня зарядился квадрокоптер, и 89% заряда осталось в Экофлоу Дельта 1300. Нормас, чё? Хорошо, я уже две батарейки зарядила от шуруповерта, одну от квадрокоптера, и несколько раз подзаряжала телефон. Сегодня, друзья, я буду делать в афганском казане свиные ребрышки с картофелем, перцем, цукини, баклажаном, брюссельской, если я не ошибаюсь, капустой, чесноком, морковочкой, спаржевой фасолью, кукурузой, томатами и луком. Это все составляющие моего блюда, плюс я в конце положу сверху сливочное масло и буду использовать на каждый слой из продуктов соль со специями. Все, набила свой казан. Вообще его полностью не набивают. Набивают его вот до вот этой вот полосочки. Я уже рассказывала об этом в своем предыдущем видео. Вот, но как получилось, так получилось. Все равно в любом случае овощи осядут и все станет гораздо ниже. Накрываем наш казан крышкой, крепим и отправляем в костер. Ребята, не может быть, неужели я какую-нибудь рыбу поймаю сегодня, а? Как ты думаешь, щукарь должна быть вон там вдоль травы, правда, Рамс? Пойдем посмотрим. Ребята, я поймала щучку! У-ху! Есть, ребятки! Поймала щупакабру, поймала, пошла вечером щупакабринку, вот такую вот. Уху! Эй, смотри, Рамс! Трат, Рамсюша! Трат, Рамс! Рамс, трат! Ура! 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 Мы поймали щуку!
ребята, смотрите, какая риба мне попалась на... Блин, сука, всегда там сомневался Максима Копцева. На фидер ничего не взяла. И я сейчас перед ужином вот пошла и поймала вот такую вот щурку. Как вам такая хорошая маленькая щучка? Ой, ребятки, вот такая вот маленькая. Ну, маленькая совсем, согласитесь, стыдно такую брать, правда? Поэтому я ее сейчас отпущу, и если поймаю ее маму, сейчас загадаю желание, или бабушку с дедушкой, обязательно возьму и съем. Наконец-то, как вы просили все и хотели. Все, малыха, давай. Давай, моя хорошая. А, красиво как ушла. Так, ребят. Опа, чана, мау, май гад, какая вкуснота получилась. Оп, сейчас мы поставим на место. Красотень, ребят. Ну что, самый ответственный момент – это дегустация, конечно. Это же просто нереально вкусно. Обалденно. Смотрите, даже помидоры чуть-чуть получились. На этот раз. Все такое остренькое, я же добавила сюда... Горячее главное. А мясо прям. Так, смотрите, как собака стоит в палатке. Он любит спать вон на том вон спальничке. Как хорошо выглядит моя палаточка, когда есть одно освещение, второе освещение. Ну, а на улице, собственно, вообще ничего не видно. Вообще! Поворотик. Здесь, вот видите, в воде интересные коряшки, которых я ориентировалась, когда забрасывала. Вот. Если вот еще один раз мы через там час, да, пройдем, и на этих местах будет пусто, и не будет ни одного налима, все, значит, нужно просто тупо менять места заброса. Значит, не туда попадаем. Одинокий плавает малек. Видите? Оп! Куда-то побежал. Доброе утро, друзья! 6 часов утра, еще совсем темно, потому что рассвет только 8:30. За ночь, за 3 обхода не было ни одной поклевки. Ну и потом в последующем я приняла решение оставаться в палатке, потому что начался довольно сильный дождь. Плюс мы нашли какую-то поляну, куда переносили закидушки, нацепляли очень много клещей, сидели, их выковыривали. Вот. Ну и в конечном итоге решили немножко отдохнуть. Поэтому сейчас идем все проверять, посмотрим, есть что-нибудь или нет. Р-
Ребят, еще ни на одной закидушке ничего не было, но могу сказать, что вот здесь вот я пришла сбить колокольчик. Возможно, здесь ползал бобер, потому что здесь его такое ощущение, как будто сход. Ну посмотрим. Сейчас посмотрим. Оп. Может быть. Видите, много травы. И ничего. Ребят, я не знаю, что за рыба, но походу что-то есть, ребят. Такое что-то хорошее, я надеюсь. Если я не ошибаюсь, я надеюсь, что это не зацепилось ничего. Что это рыба? Да, рыба. Рыба, рыба. Здорово что-то. Ребята, сейчас. Это, ребят, да ладно, я гром. Смотрите, какой. Смотрите, какой хороший. Я не ожидала вообще. Не думала. Говорила, что должна быть какая-то рыба, но я не верила в то, что в конце ноября может клюнуть голавль. Ребята, посмотрите на это просто. Офигеть! Я ночью вышла и что-то объела опарыша с мотылем. Я думаю, бляха, что это может быть? И снова без корма забросила туда. И у меня произошла поклевка, ребят. Боже, какой он классный, посмотрите. Мощь, это мощь. Не зря съездили, не зря. Пускай не налив. Но я поймала на фидер голавля, поймала щучку. Сейчас с утра пойду покажу, погуляю, ребята. Победный кофе, так сказать. Друзья, перед тем, как пойти проверять все закидушки, перезабрасываться, я приняла решение перезабросить свой фидер. Вытянула его и обнаружила то, что был объеден весь опарыш с мотылем. Я снова надела пучок большой опарыша, 4 или 5 опарышей, добавила туда, естественно, мотыля и забросила обратно на то место, которое, ну, в кавычках, можно так сказать, кормила с вечера, потому что я очень мало забросов сделала, там корма почти не лежало. Единственное, что с вечера я добавляла туда опарыш и резаную кукурузу. Я не знаю, повлияло это на то, что подошел вот такой вот крупный голавль на эту точку или нет, может быть, это его просто место обитания, но клюнуло без корма. Два раза ночью я перезабросила до того, как легла спать, то есть час ночи у меня был перезаброс без корма. И рыба объела, и второй раз я забросила, и буквально прошло 10-15 минут, пока я сходила, проверила закидушки и быстренько перезабросила, ладно, может быть 20 минут, пришла, думаю... Дай проверю, а вдруг всякое в жизни бывает. Почему? Потому что если был обожжен такой большой крючок опарыша, вполне вероятно то, что могло что-то сесть, там мелочь какая-то. Но на такую рыбу я абсолютно не рассчитывала, потому что я ощутила тяжесть такую, знаете, приятную. Не знаю, как он ее украл, мой фидер, не знаю, как он не утянул под эту корягу, под которую я бросаю, потому что она находится очень рядом. Не знаю, как он не запутал, но я вполне легко его подтянула к берегу, взяла даже без подсака. То есть такое впечатление, как будто он немножко, знаете, как заторможен. Какая-то рыба или нет, как будто что-то добрала. Сейчас посмотрим. А может, ветка какая? Мне почему-то кажется, что какая-то рыба. Ух ты! Смотрите! Рыбка какая-то. Сейчас посмотрим, кто это у нас.
И снова забросилась без корма. И смотрите, кто клюнул. Еще один. А, это не голавль, ребят, это елец. Смотрите же, это же ельчик. Тот, кого я изначально хотела поймать здесь на фидер. Красивая рыбка. Она, говорят, очень вкусная. Я не пробовала, но мы отпускаем его, красавца вот такого, домой. И вот такой вот красавец попался мне ночью, друзья. Согласитесь, офигенная рыба. Я думала, что они уже спят, а он такой просто нереально. Посмотрите, какие у него прям бордовые плавники. Посмотрите. И мы красавца отпускаем. Какой он резвый и сильный. И я очень довольна. Я еще немножко походила сегодня с утра со спиннингом, поперезабрасывала фидерок. Ничего больше не клюет. Возможно, поклевки есть только ночью. Будем надеяться, что в скором времени похолодает, станет лед, и мы поедем на зимнюю рыбалку. Либо начнется настоящий клев на лима. От эксплуатации Кафлоу Дельта остались практически исключительно положительные впечатления. Единственное, если бы он был хотя бы чуть-чуть легче, то для меня бы, как для девочки, было бы намного лучше. Дороговатая вещица, но, наверное, она того стоит. Те, кто смогут, те позволят себе. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!